Привет всем! Рады видеть вас на канале iKBuy. В данном видео мы расскажем про пульт для ворот и шлагбаумов Comunello Victor 2. Пульт работает со всей линейкой автоматики Comunello, также совместим с любой автоматикой при наличии внешнего радиоприемника Comunello RCV. Сам пульт серого цвета на две функциональные клавиши. Он имеет красный светодиод, срабатывающий при нажатии на любую клавишу. Пульт работает на частоте 433 МГц с динамическим кодом. Брелок имеет два канала и может управлять двумя устройствами контроля доступа. Многие владельцы брелоков задаются вопросом, как поменять батарейку в данном пульте. Это можно сделать при помощи отвертки. Если вам необходимо приобрести автоматику, комплектующие, пульты для ворот или шлагбаум, можете обращаться в интернет-магазин iKBuy. Мы вам поможем.